Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал Nordic Balance, где мы с вами готовим очень полезную косметику для лица в наших домашних условиях. Сегодня я хочу вам предложить очень незатейливую маску, но супер хорошую маску, которую вы будете просто-напросто полюбите ее, я вам это обещаю. И эта маска у нас состоит всего лишь из одного белка, 1 столовой ложки нутовой муки и 1 такой хорошей чайной ложки кокосового масла. Также я взяла горячую воду, мы посмотрим, где-то приблизительно 1 столовую ложку, в общем, будем смотреть по консистенции. Итак, начинаем с того, что мы должны с вами взбить яйцо. Белок прекрасно взбился, и теперь мы будем вливать горячую воду в наше кокосовое масло, чтобы оно немножечко подтаяло. Так, и сюда же мы с вами введем нутовую муку. Нутовую муку вы можете, если у вас ее нет в магазине, вы можете также спокойно ее просто-напросто в кофемолке измельчить до консистенции муки. Теперь мы пытаемся это опять же немножко вымешать. Добавляем еще чуточку водички теплой. Так, все на глаз делаем. Смотрите, какая консистенция вам больше подойдет. Маска должна быть такой, знаете, эластичной и приятной. Она чудесно накладывается на лицо. И последний компонент — наш яичный белок, который мы уже хорошо с вами взбили. И также все это хорошенечко вымешиваем. Оставьте маску буквально на 5-10 минут, пусть все наши компоненты войдут во взаимодействие, и мы с вами встречаемся через эти 5-10 минут в ванной комнате, где мы ее будем накладывать на чистое лицо. Масочка немножко постояла, видите, впиталась, и получилась вот такой консистенции. Всегда вам показываю, как она, да? И теперь наносим на наше чистое лицо по массажным линиям. Все как обычно. Прекрасно маска наносится. И вы знаете, эта маска так мне полюбилась в последнее время. И вы увидите результат после первого раза. Если вам кто-то будет говорить «не верьте», то вы не верьте. Если вы будете делать на регулярной основе хотя бы пару раз в неделю какие-то маски мои и, к примеру, вот эту, вы результат обязательно увидите. Просто-напросто во всем должна быть регулярность, понимаете, система. Если мы будем себя баловать такими процедурами, то, соответственно, и будет виден результат. Не с первого раза, безусловно, если вам не 105 лет, и вы вдруг решили помолодеть на 20, то, конечно же, не будет такого результата. Ну а в общем, домашняя косметика очень и очень помогает выглядеть моложе. Смотрите, дорогие мои, если серьезно, да, то сюда у нас входит нутовая мука. Это просто кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Здесь у нас входит и цинк, и железо, и витамин А, В, С, Д. В общем, что может быть лучше? Маска будет по мере высыхания, как бы, знаете, так делаться настоящей как маской. И при смывании обязательно возьмите маленькое мокрое полотенечко, приложите ее, его к лицу, и пусть немножко отойдет вот эта вот вся сухость. Если вы любите поскрабировать, то прекрасно можете это сделать мочалочкой. Смывать и скрабировать. Получается у вас тогда двойной эффект, да? А если нет, тогда можете ее немножко размочить за счет вот этого полотенечка влажного. Лучше всего, конечно, его сделать горячим. А потом, когда вы смоете эту маску полотенцем, протрите лицо льдом, к примеру. Будет еще лучший эффект. Вот я эту маску, видите, накладываю несколькими слоями. У меня уже второй пошел. Вот, я люблю, когда она стягивает лицо и
получается такой двойной лифтинг-эффект. Маску можно наносить на зону декольте, на шею, остатки можете нанести на руки, тоже прекрасный эффект будет. Ну что, мои хорошие, надеюсь, вам этот рецепт тоже понравился. Оставляйте свои комментарии и до новых встреч. Будьте мне все здоровы, красивы и молоды. Всех вас люблю, ваша Виктория. Пока!